100 баллов на ЕГЭ – почти как олимпийское золото. Десятки будущих абитуриентов собрались на мастер-класс тех, кому это удалось год назад. Выпускники прошлых лет поделились своим опытом подготовки к экзамену, рассказали, как распределить свое время и какими книгами и сайтами пользоваться. Как стало ясно, при правильной подготовке у каждого есть шанс получить на ЕГЭ самый высокий балл. Конечно, акция достаточно необходимая, потому что вокруг ЕГЭ есть столько разговоров, недомолок. И вот так получилось, как бы в атмосфере теплоты, воспоминаний. Значит, выпускники общались с будущими абитуриентами и пожелали им не волноваться. Каждый учащийся 11 класса должен пройти через такое испытание, как ЕГЭ. Именно эти три буквы на каждого из старшеклассников наводят страх и волнение, ведь для подготовки к экзаменам нужно много усилий и крепких нервов. В ходе живого разговора выпускники поделились собственным опытом эффективной подготовки к экзаменам и дали ряд практических советов. У будущего педиатра Асиат Абдулхалимова биология в школе была любимым предметом, потому и сдала на 100 баллов. Сейчас Ася учится в одном из престижных университетов Москвы. Самое главное – это верить в себя и в свои возможности и очень сильно хотеть этого. Постоянно прилагать максимальные усилия, делать все, чтобы достичь этой цели. Потому что у меня была цель – поехать в Москву и устроиться там на хороший университет, в дальнейшем стать хорошим специалистом. Поэтому я каждый день занималась, каждый день ходила к репетиторам. И это на самом деле очень большой неимоверный труд и очень сложно на самом деле себя заставить. Во время беседы старшеклассники получили ответы на все волнующие их вопросы. Акция стала уроком для тех, кто действительно может рассчитывать на 100-бальный результат. Насколько хорошо будущие выпускники его усвоили, станет понятно уже меньше, чем через 2 месяца. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.